Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый долгожданный видеоролик, который уже давным-давно у нас не выходили, поэтому, если вы его смотрите, если вам нравится то, что я записываю, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком, ну и подписочкой на канал, если нравится, тоже можете подписаться, мне будет безумно приятно. Что касаемо частоты выпускания видосов, я бы, наверное, сказал так, почему так давно ничего не выходило, потому что, ну, не было каких-то таких определенных тем для разговора, да, и не хотелось просто, ну, там, записывать какую-то ерунду. Сегодня же есть одна определенная тема, которую хотелось бы вам рассказать про Хэллоуин. Уже в эти выходные он пройдет у нас в игре, начнется акция, начнутся скидки и многое чего другое. По сути, анонс официальный у нас уже имеется, то, что будет, но в каком эквиваленте, что да как и что почему, у нас таких данных нет, поэтому сегодня я бы хотел бы обсудить данный праздник. Ну и так у нас уже сложилось в игре то, что Хэллоуин — это тот праздник, который привлекает чересчур много игроков, по крайней мере, предыдущие года привлекали, так точно. Данный праздник является, наверное, одним из самых лучших праздников у нас в игре, потому что всегда, по крайней мере, именно на данный праздник в игре придумывали какие-то интересные плюшечки, моменты. Да, были моменты, когда они уже повторялись, ивенты, да, что-то похожее было. Но, в общем и целом, это всегда довольно интересный и голдоловный, я бы, наверное, так сказал бы, праздник. Поэтому расскажу свои мысли, расскажу, что думаю сам по этому поводу, и посоветую, наверное, вам какие-то определенные моменты по поводу набивание звезд, если вы, например, их еще до сих пор не набили. Я набил, поэтому для меня эта новость как бы, ну, такая, не сверхудивительная. Но вот для вас, тех ребят, которые набивают звезды и еще не успели их набить, я думаю, что это будет довольно-таки полезная информация. Так, давайте начнем сразу же по порядку. Что у нас по скидкам, что у нас по фондам? Я думаю, что скидки на данный ивент могут быть даже до 50%. Да, есть вероятность такая, и почему бы и нет? Праздник довольно-таки неплохой для игры, и на протяжении всех предыдущих лет, да, были моменты, когда были скидки там 31%, 23%, 30%. Может быть, даже в какой-то год и были 50. Но именно в этот праздник, я думаю, что вероятность того, что будет большая скидка, а именно не 30-очки, которые делали у нас на постоянной основе, там 25-30% скидки с 25% прокачки, именно таки скидкой на шаг, плюс 50% на ускорение на МПК, да. Я думаю, что здесь есть большая вероятность того, что будут скидочки у нас по 50%. Также при всем этом раскладе будут X2 фонды. Конечно же, опять же, конечно же, только, друзья, в матчмейкинговых боях. Конечно, это безумно печальная тема, потому что раньше мне очень сильно нравилось играть в ББПшках, но уже такого у нас, наверное, в игре в ближайшее время точно не будет. То, что мы играем на двойных фондах в ББП, зарабатываем большое количество кристаллов, да и по сути мне уже-то это большое количество кристаллов тоже не надо. Но для всех тех ребят, которые, как я уже сказал, не набили челлендж, у меня есть определенная новость. Данный челлендж заканчивается не как всегда там 28-27 числа. Это значит, что вы полноценно на X2 фондах, на всех тех голдах, которые будут, потому что будет у нас, как всегда, уникальная карта, где будут падать золотые ящики. Уже анонсировали то, что это будут метеориты. Да, в какой-то степени я бы, наверное, сказал то, что, ну, метеориты — это уже как-то приедается потихой, ничего такого сверхинтересного. Опять эти мамонты. Но здесь есть одно но. После последнего метеоритного ивента у нас произошло изменение, то, что мамонта теперь обезвреживает бомба, то, что не так все теперь у него просто, при всем том раскладе, то, что и по времени он сейчас работает не так круто, как было раньше. Я думаю, что уже эра мамонтов потиху будет отходить, и не будет такого, что играют на карте там 16 мамонтов, и все там стоят, борются за этот золотой ящик. Я думаю, что на данном ивенте уже будут какие-то определенные тактики новые по ловле голдов, и, возможно, я думаю, что даже, наверное, на 90% я уверен в том, что на данном ивенте будут преобладать именно хантеры. Почему именно хантеры? Ну, потому что ты можешь обезвредить и любой танк, выключить и расходку, выключить и бомбу. И я думаю, что вот именно сейчас с полной
и трезвой головой, я могу с уверенностью сказать, что я бы выбрал бы Хантер. Как оно будет на самом деле, возможно, я не окажусь прав, возможно, будет лучше использовать даже тот же Мамонт, да, потому что, ну, всегда бывают разные ситуации, когда и даже Васп не заходит, и не заходит даже тот же Хантер, ну, и что касаемо там дронов, те же спасатели тоже очень многое решают в таких боях, поэтому это, конечно же, тоже не нужно списывать со счетов, например, там, беря Васпик и видя, что там какой-то стоит под голдом, он может просто иметь спасателя, выдержать вас выстрел и спокойнейшим образом забрать данный золотой ящик. Но это так, небольшое отступление для всех тех голдоловов, которые настроены аппетитно, сочно, нагибаторски ловить кучу миллионов голдов, хотя по сути это тоже как бы такое себе дело, если они будут простые, без никаких увеличений, то я думаю, что это тоже не так сильно привлечет людей, хотя если, например, у нас будет x20 голды, это уже будет совсем другая история. Вроде как по ивенту я все рассказал, что сказать больше, я даже, честно говоря, не знаю. Хэллоуин потихо это, наверное, один из последних таких праздников, который привлекал в последнее время довольно большое количество игроков. Я надеюсь, что и сейчас даже те игроки, которые, может быть, по каким-то причинам уже не заходят в нашу игру, зайдут на данный ивент, посмотрят хотя бы что да как и, возможно, наоборот, порадуются за игру. Я очень сильно надеюсь на то, что разработчики, ну, уже должны вывозить что-то годное. Должны вывозить. Потиху онлайн падает, игроки уходят, кому-то что-то не нравится, кто-то чем-то недоволен. И все это сводится к тому, что проект, ну, откровенно говоря, умирает. И нужно завозить что-то интересное, а не просто делать какие-то скидки большие там со спецпредложением, дабы давайте, покупайте, покупайте. А нужно также придумывать что-то интересное для игроков, чтобы у меня даже было желание заходить в игру и не просто покататься, пообщаться вместе с вами на стримах, но и углубиться больше в саму игру, потому что все становится чересчур монотонно, чересчур однообразно и чересчур в какой-то степени также неинтересно для всех тех ребят, которые не заинтересованы в какой-то сверхскилловой игре в нашей игре. Ну, немножко тавтологии, но в общем и целом я думаю, что вы мою мысль поняли. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Я думаю, что в ближайшее время выйдет еще один видос. У меня единственная просьба для всех тех ребят, которые неравнодушны к видосам, которые неравнодушны к тому, что я делаю. Это ваша поддержка, которая в какой-то степени очень многое сейчас решает. Решают ваши лайки, комментарии, да. Если вам не сложно, вы можете просто легко сделать два простых клика, поставить лайк, написать какой-нибудь простой, легкий комментарий, дабы продвинуть видеоролик. Ну и если не стоит у вас, например, колокольчик, вы можете его также нажать, дабы не пропускать стримы, которые у нас проходят в 10 по МСК. Каждый вечер я, конечно же, в свою очередь пытаюсь не пропускать данный тайминг и запускаться довольно-таки пунктуально, я бы, наверное, сказал бы даже так. Поэтому, друзья, ожидаем новый видос. Открывать скоро будем тоже кахтейнеры. Это так вам немножечко, не знаю чего, новой информации, можно так сказать, дабы вы знали, что у нас продвигается вообще по контенту. Спасибо всем, кто досмотрел. Ждем Хэллоуин. Надеемся, что это будет довольно крутой ивент. Всем удачи и всем пока.